Добро пожаловать в школу, в начальную школу города Silent Hill. Продолжаем прохождение игры. В общем-то, наш герой Гарри Мейсон добрался в прошлой серии до школы. В общем-то, в школу нас привели подсказки, которые кто-то нам любезно так раскидал по городу. В общем-то, которые как раз-таки и указывали, что наша дочь, ну, дочь нашего героя, Шерил, видимо, Мейсон. В общем-то, да, нам сейчас сюда, мы в прошлой серии все сделали. Все, что нужно, мы сделали, и у нас теперь открылся проход часовню в эту. Вот, в общем-то, цели нашего героя — это найти свою собственную дочь, которая где-то бегает в этом городе, окутанным уже тьмою. Где я? Я здесь уже был? Вот не припомню, чтобы раньше здесь такое было. Здесь у нас какой-то, блин, знак. В общем-то, мы попали обратно в школу. Что, мы можем вернуться, кстати? Нет, все, дверь у нас закрылась. В общем, у нас отсюда выхода нету. Но мы сейчас находимся, опять же, в той же школе, но это немного иная получается реальность. До свидания. А там можем войти? Не. Запер там. Так, хорошо. В общем-то, у нас школа, но уже она какая-то иная. Измененная, видимо, другой реальностью. Так, у нас что у нас? Все то же самое. Ладно, у нас только один вход здесь получается сейчас. Давай ты, блин. Успели. Правда, один патрон мы впустую потратили. Все ржавое. Здесь у нас дверь закрыта. И, в общем-то, нам предстоит сейчас опять понять, куда мы можем идти, а куда мы не можем идти. Так, вообще, в спортзал мы сейчас можем пройти. Так, я, по крайней мере, у нас здесь есть патроны. Где-то у нас здесь, да, птичка. За это все спасибо. Огромный вентилятор. Если подойти слишком близко, может затянуть. Ладно, рисковать не будем. Так, там у нас, по-моему, открыто. Вроде бы. Нет, тоже закрыто. Что у нас здесь? А, склад.
А сюда нам, кстати, надо, да, нам все нужно за этим шариком. Различные куклы там какой-то непонятный. Видимо, либо труп, либо манекен какой-то, в общем, там висит. Так, пройти мы сюда не можем. В общем, в чем идея? Нам нужно попасть в туалеты. Чтобы попасть в туалеты, мы должны оббежать все, получается, по кругу. То есть нам сейчас дорога в спортзал. В спортзале там вроде как ничего не валяется, поэтому, с вашего позволения, я там не буду останавливаться. Пардон, я немного здесь ошибся. Сразу откроем, чтобы там... По крайней мере, мы сэкономили патроны. Так, мы сейчас находимся вообще где? Да, в общем, у нас здесь сейчас будет проход только через классы. Так, эта дверь, в принципе, у нас открывается, но у нас, по-моему, здесь... Что, я не помню, что у нас здесь. Сейчас мы глянем. Да, здесь никого нет. Но у нас здесь тоже довольно-таки важная вещь, кстати, которую нам надо подобрать. Это у нас такой, можно сказать, ключ. Так, а вот в следующем классе я, пожалуй, драпану сразу к двери. Да. Там у нас, по-моему, ничего не валялось. Поэтому подбираем. Закрыто. Они здесь довольно быстро, кстати, очухиваются. Еще где-то один ходит, вот он. Да как ты так косишь-то? Так, ну ладно, я тут уж... А, кстати, да, можем... Ну, по-моему, можем открыть сейчас эти двери, да? Да, теперь можем выйти. Но нам пока там делать нечего. О, да, знаю, что в этой комнате, слушай, в эту комнату мне что-то не очень хочется сейчас пока идти. А здесь у нас что? Медпункт. А вот сюда можешь зайти, кстати. А, кстати, здесь есть сейфпоинт, блин. И аптечка. Кстати, что у нас там по здоровью? Да, конечно, неплохо бы нам накинуть. Вот так вот, что было. Так, в общем-то, нам неплохо бы, конечно, зайти в ту комнату. Но там я боюсь, что могу огребсти. Сейчас я, наверное, сохранюсь. Так, ладно, я тут успел сдохнуть. Правда, я сдох совершенно в другом месте. В общем, не там, где ожидал. Ну, ладно. Да скотина успел меня цепануть, а? Давай, иди сюда, тварь.
В общем, здесь у нас зато есть ампула. Эта ампула, она по сути что делает? Она вот у нас сейчас желтым горит, а ампула, она как бы ускоряет эффект исцеления. То есть здесь потихоньку, на самом деле, если вот так вот долго ходить и не получать ранений, то Гарри у нас исцеляется потихонечку, но довольно медленно. А ампула, она этот процесс весь ускоряет. Так. Подожди, нахер я сюда пошел? Так, у нас здесь дверь закрыта, нам, чтобы попасть на ту сторону. То есть у нас здесь закрыто, там тоже вверху закрыто. У нас здесь уже знакомое нам место, которое нам знакомо по картине. Только это ни хрена не картина. Что это? Это часом не дверь? Если это дверь, здесь нет ни замочной скважины, ни даже ручки. Она немного поддается при толчке, но открываться не желает. Что это? В центре двери есть узкая горизонтальная щель. Зачем она? Мы как раз таки подобрали в одном из помещений вот такую ключ-карту. И попадаем мы довольно в забавное место. Можем заодно сразу здесь дверь открыть. Так, здесь мы можем как раз таки пройти дальше. Да, вот можно туда дальше пройти. Но мы сейчас идем в туалеты. В туалет Гарри крайне необходимо. Так, и по-моему нам нужно в первый туалет. Кстати, самое интересное, тут надо, можно обратить внимание, здесь вот такой шел кровавый след отсюда. А он здесь есть? Нет, его здесь нету. Вот он, такой кровавый след, вот он. Он идет в этот туалет. И у нас здесь валяется дробовик. Леонард Райн, чудовище рядом. Чудовище рядом, и что это должно означать? Леонард Райн. Распятый труп. Ладно, нам здесь сейчас самое важное — это дробовик. Блин, а я довольно далеко сдох-то. Так-то. Даже печально, что я там не сохранился. Ну ладно. В общем, кто такой Леонард Райн, честно говоря, я пока не знаю. Ну, мы пока не знаем, я думаю, что... А этот, кстати, туалет, вот этот, куда мы сейчас зашли. Он вообще довольно хитрый туалет, вот этот. То есть мы сейчас были на первом этаже школы, зашли в туалет, тот в мужской, теперь мы зашли на первом этаже туалет женский, но... Очутились мы на самом деле на втором этаже. То есть это такой портал на второй этаж, грубо говоря. То есть это сейчас туалет был второго этажа. И при этом мы тут получаемся в заперти. А вот в этом туалете у нас валяются патроны. Так, мы вот находимся сейчас на втором этаже, и пройти мы здесь, в принципе, никуда не можем. То есть, в чем прикол именно вот такого, именно тут, того, что сделали здесь, на такой вот именно механике, честно говоря, не совсем понимаю. То есть, это либо у нас, ну, как я полагаю, это либо, может быть,
какое-то, может быть, что-то пытались исправить разработчики, вполне может быть, и вот так вот обыграли. То есть, и в принципе, они довольно-таки интересно обыграли, ну, как мне кажется. То есть, именно что ты здесь телепортируешься, то есть это, в принципе, не выбивается из общей такой игровой атмосферы, да, вот, но при этом довольно странно смотрится. Вот. Либо они сделали специально, чтобы запутать игрока. То есть, ну, то есть получилось так, грубо говоря. Но мне кажется, что это все-таки. Так, сейчас мы должны бежать. Там их двое, и, по-моему, там ничего нету. Никаких патрон. Вот то здесь есть. Ну, в общем, это мое такое вот, как бы такая точка зрения на этот счет. Вот, то есть, но получилось весьма здорово. Так, ладно. Папа, помоги мне. Папа, где ты? Шерил. Шерил. Это был голос Шерил. Я ей нужен. Как мне ее найти? Ну, по крайней мере, она жива. Вот, в общем-то, мы зато очутились на... Да, мы обошли все. Есть смысл, наверное, здесь открыть, да? Слушай, а у нас сейфпоинт здесь? Да, блин. Нет, не здесь. Ну, ё-моё, блин. Где он был сейфпоинт? А, в медпункте. Ладно. Сейчас мы идем куда? Сейчас мы идем на крышу. Нам сейчас по-любому надо выдвигаться на крышу. Или не сейчас, подожди, стой. Да, не сейчас. На крышу мы пойдем попозже. Сейчас нам нужно выдвигаться в направлении музыкального класса. В общем, наша вообще глобальная цель здесь. То есть она здесь никак, ну, имеется вот на эту локацию, да. Она здесь никак, в принципе, не обозначается. То есть самая общая цель Гарри Мейсона — это найти Шерил, а у нас цель, в общем, добраться до бойлерной на самом-то деле. Вот, и это как бы не то, что там желание самого Гарри Мейсона, а это своего рода, грубо говоря, Silent Hill, да, сам по себе ведет его. Мы находимся сейчас на крыше школы. И здесь у нас находится ключик. В общем, в настойке застрял ключ. Ключ довольно-таки нам необходимый, чтобы дальше продвинуться. И здесь у нас также есть водонапорная башня. Но если мы сейчас пустим воду, у нас вода уйдет вся в эту дырку. Поэтому нам нужно этой дыркой заделать. Для этого у нас есть вот такой мячик. Так, ну что ж, пойдем промывать теперь. Данный водосток у нас вообще ведет
вниз, то есть он ведет в двор, ну, в школьный дворик, где мы уже были. В общем, нам надо туда сходить и поднять ключ. Нам еще нужно получить еще один ключ, который как раз таки вот в эту сторону, если идти. Лечилка, надо бы ее забрать. Так, я не помню, у нас в первом классе кто-нибудь есть? Да, есть, и мы, пожалуй, отсюда. Хотя у нас там патроны, кстати. Там их двое, но мы можем огребсти сейчас. Чё-то не горю желанием. Там, наверное, отбежим. Так, патроны. В общем, как-то ко мне один раз, не один раз вообще, то есть ко мне приехал из родни, там двоюродный брат, утопили. Вот, я ему как-то говорю, ну, он младше меня был, да блин. Забыл про это вообще нахрен. Вот, в общем, о чем я там говорил, блин? Что-то я с этими вообще тут растерялся, блин. Я уже даже мысли потерял. А, ну вот то, что ко мне приезжал. В общем, брат двоюродный, мы сели. В общем, я говорю, типа, хочешь поиграть в Silent Hill? Ну, типа, давай проходи там. Он младше меня был довольно-таки. Да я, в общем-то, был еще тогда не особо-то взрослый. Вот, и он говорит, не, давай, типа, ты будешь проходить, а я посмотрю. Ну ладно, давай. В общем, я проходил, ну я сел, в общем, он там позади меня сел, ну и, в общем, я стал проходить Silent Hill. А я до этого времени уже, наверное, раз 5 его прошел. Пустой ящик. А он, короче, впервые вообще видел. И вот на этом месте он нахрен как подпрыгнет, блин, позади меня. А вместе с ним и я, короче. Хотя я, в принципе, к этому месту, ну, был подготовлен. Я знал, что здесь будет. Потом я долго ржал. В общем, я сам тоже там подпрыгнул, блин. То, что он там подпрыгнул, блин. Так, мы заполучили ключ, который нам нужен, между тем. Он, значит, не очень простой путь обратно. Нахер, 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 не надо здесь... Куда ты, блин, побежал, идиот? Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, ребята. Нахер патроны. Ну, он цепанул. Ладно, мы сейчас выдвигаемся куда? Мы сейчас выдвигаемся во дворик. Так, в принципе, не так уж нам далеко бежать. У нас здесь сейчас двери-то все открыты. Это у нас первый этаж, да? Да, нам вот сюда сейчас. И, по-моему, нам вот сюда. Да. Тот самый водосток.
Без этого ключа на втором этаже у нас там вот остались по правую сторону классы. То есть нам, чтобы дойти до вот этой лестницы вниз, которая в нижнем правом углу, мы только там можем пройти. Сейчас, а где мы находимся сейчас? Ага, да. Вот. И нам нужно пройти через вот эти два класса. Классы, ну, по крайней мере, первый класс, он закрыт. Вот. И это и есть тот самый ключ, который нам откроют. Слушай, а у нас где находится вообще? А, у нас в медпункте, да, был? Слушай, а мы можем... А где-то еще у нас был сейфпоинт. Где-то на втором этаже был сейфпоинт, слушай. А я не помню, где он там. А, в библиотеке. Да, а где у нас библиотека? А нам как раз туда и нужно. Так что все нормально. Подождите, блин, я что-то запутался. Да, нам сейчас прямо. У нас там две двери будут закрыты. У нас только будет открыт библиотечный фонд. А у нас как раз таки есть ключ от библиотечного фонда, да? Вот он. Да. То есть все нужные ключи у нас есть. Пошли. Правда, там сейчас, блин... О, сейчас там будет такое место. Вот это вот место, это просто херовое место. Втопили, блин, да и... Просто какая-то херня, блин. Я не понимаю, в чем проблема этого места. Но тут... А я как, две сразу принял? Я не понял. Как так получилось-то? В общем... Гарри почему-то, дебил, целится только в дальнего. Какого хрена он целится только в дальнего, я не могу понять. То есть, вот сколько раз я здесь не проходил, он здесь всегда целится только в дальнего. Как, блин, сделать так, чтобы он целился здесь в ближайший, ну, в ближайшего, который, блин, я не знаю. И здесь просто огребаешь. 6 штук. Ну, у нас здесь двери закрыты, в общем-то, вот эти все. Притом, довольно-таки неплохо нас там... Зачем было так делать? Хрен его знает. У меня где-то патроны должны быть. Да бери ты, блин. Не, да, будем, видимо, долго восстанавливаться. Услышав это, охотник взял лук и стрелу и сказал: «Я убью ящера». Но прежде чем вступить в бой с супостатом, он стал поодаль и закричал, дразня врага: «Мне не страшен старый ящер». И вот, услышав эти слова, ящер зашипел: «Я проглочу тебя одним махом», и ринулся на смелого охотника, широко раздвинув пасть. Этого и ждал охотник. Спокойно натянув лук, он выстрелил прямо в разверстую пасть страшилища.
и стрела беспрепятственно пролетела мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. Ужасный ящер пал на землю мертвым. Это из старой волшебной сказки, помню, я ее читал, когда был маленьким. Но это такая своего рода еще и подсказка, как нам, в общем-то, бороться с неким врагом, который у нас будет впереди. Интересно, сколько времени нужно, чтобы он восстановился полностью из такого состояния? Что-то как-то не хочется мне тратить. Можно аптечку потратить, у нас их 7 штук. Обезболивающее, слушай, а у нас только одно оно, да? Ну это не весело. Подожди, а где... Где у нас сейфпоинт был? Эй, стоп, нам туда не нужно. Хотя как сказать? Нам туда нужно, но я не знаю, там могут быть патроны. Вот еще в чем прикол-то. Потом специально так сделали, что можно только в ту дверь пройти. А там у нас 3 врага. Блин, даже не знаю, блин. 13. Как-то странно, слушай, она лечит целиком. Она же вроде как не должна целиком лечить. Непонятно. Ладно. Да у... Я охреневаю. Опять подранены. Ну что ты будешь делать, а? Так, ну мы зато прошли на ту сторону. Да дрянь какая мелкая. По крайней мере, хорошо, что он здесь один. Но он конкретно меня подранил тоже, ага. Так, подожди, Шаш, что у нас там? Я там мог пройти наверх-то вообще? Ну да, мог, в принципе, открыть там. Ну ладно, нам пока туда и не надо. Так, в общем, у нас вот здесь дорога уже в бойлерную. Вот она, но нам сейчас пока... Я хочу пойти, наверное, сохраниться. Здесь у нас класс, и нам сюда. Так, здесь у нас медпункт. Да, вот он, блин, сейфпоинт. Ну. Что-то еще думает, блин. Так. Ладно. Выдвигаемся мы к этому самому врагу. Берем. Хотя не, мы сейчас возьмем пистолет пока. Наверное, применим аптечку. Ну, пошли. Идем мы сейчас в бойлерную.
где, как нам было сказано, мы должны разбудить, не разбудить, вернее, а принести жертву зверю. Подожди, а чего у нас здесь-то было? О, да. Патроны это хорошо, конечно. Так, и здесь у нас сама бойлерная. В ее измененном варианте. Кстати, она здесь какая-то меньше, блин. Так. Пройти мы туда не можем, у нас там заблокировано. Нам нужно вертеть вентили. По-моему, у нас вот этот надо повернуть. Так, у нас он сейчас открыт, да, получается. Значит, поворачиваем мы его сейчас. Да, вот так. Теперь нам нужно... Подожди, теперь нам нужно вот следующий повернуть. А этот мы сейчас повернем в... Так, ну-ка, чтобы два раза было. Ну-ка, у нас получается раз, два. То есть мы это должны повернуть влево. Так, влево. А, ну еще раз влево, и все. Да, все нормально. Готово. Я думаю, сходить еще раз сохраниться, блин, чтобы потом здесь раз здесь не крутить. Я полагаю, что я здесь с первого раза, наверное, не успею. Не смогу этого убить. Так что пойду-ка я сохранюсь еще раз. По крайней мере, здесь близко все. Это, конечно, дело все накручивают счетчики сохранок, которые там потом, насколько я помню, влияют на оценку прохождения. Ну, я, в общем-то, не рвусь на идеальную оценку прохождения там. Поэтому мне по барабану, сколько раз там будет сохраняться. Так, ладно, все, пошли, короче, к этому самому зверю. То есть, как нам подсказала сказка, в общем, мы должны стрелять в его пасть. Но надо еще заставить, чтобы он открыл эту пасть. В общем, в пасть ему попадаться нельзя, иначе это... Это еще херня. Да какого хрена-то, твою мать? Он, по-моему, раза три тебя так цапает, а потом пытается тебя сожрать. Не, нормально. Вообще пора менять на дробовик.
Да скотина. Ты будешь, блин, открывать свою долбанную пасть? Или его надо... Тихо. Да, его, значит, надо все-таки дразнить. Ладно, будем его дразнить. Где у нас вот? Далековато. А чё так далеко-то? Тихо. Все, он уже злится. Ну, скотина, давай скрывай свою долбанную пасть. Слушай, он что-то не хочет пасть открывать. Мне патроны жалко на дробовик. О. Давай ты. Сколько раз мы там долбануть? Раза два или три, по-моему. Тихо, тихо. Твою мать. Это было близко очень. Да подожди ты, блин, у меня, по-моему, патрон там нихера нет. Нет, есть, нормально. Но подлечиться стоит. Почему фонарик не работает? Что это было? Кто черт возьми это был? Где я? Это бойлерная? Что тут творится? Да уж, блин, это было, конечно, немного коряво с моей стороны, но мы одолели. Что я уже забыл, как там его убивать там. Его там надо было разозлить, чтобы он начал. Что у нас? Ключ Гордона. Это, кстати, у нас ключ на самом деле от того самого домика, в котором мы уже бегали, по-моему, в прошлой серии. Мы там были. Кстати, это один из таких охранительных сейчас вот моментов. То есть вот это и есть тот самый контраст, о котором я говорил, то есть после той мрачной вот этой вот нагнетающей обстановки, которая там была у нас, этой все ржавые школы, и в конечном итоге я слышу, думаю, это церковный колокол, но кто в него звонит? О, то есть такой как свежий воздух. Это, во-первых, день, а во-вторых, вот этот
звук колокола. Здесь, по-моему, все закрыто, если я не ошибаюсь. Ну да, то есть раньше хоть здесь можно было пройти, теперь мы здесь пройти не можем, да? Сейчас бегаем, на всякий случай. Нам вообще надо выдвигаться сейчас на улицу. Да, здесь, по-моему, все закрыто у нас. Да, мы не можем здесь пройти. Поэтому сама школа, можно сказать, ведет нас туда, куда нужно. В общем, то есть вот это очень... Слушай, а крыша открыта, интересно? А, мы с другой стороны, да, мы не сможем пройти на крышу. Здесь есть сейф поинт, слушай, ну я даже не знаю. Наверное, нам стоит здесь сохраниться и уже отправиться. Нам нужно, в общем, идти в церковь. То есть, не помню, как там она называется, эта церковь. В общем, узнать, кто же там в колокола бьет. Но я думаю, что мы уже этим, наверное, займемся в следующей серии. Пока наш Гарри немного отдохнет. Вот, и уже увидимся с ним в следующей части. Так что прощаемся с нашим героем до следующей серии.